Забор из профнастила – это самое популярное ограждение. Сегодня мы покажем, от чего зависит качество забора, его долговечность и цена. Мы используем лист только отечественного производства Череповецкого и Новолипецкого металлургических комбинатов. Российское сырье лучше по качеству, чем китайское. Такой важный параметр, как содержание цинка, у отечественного производителя выше в 1,5-2 раза, что защищает лист от коррозии. Кроме этого, отличаются и такие характеристики, как толщина листа и полимерное покрытие. Мы рекомендуем использовать лист толщиной 0,5 мм. Такая толщина на наш рынок поставляется только российскими производителями. Выбирая такой лист, вы можете быть уверены в качестве продукции. Недобросовестные компании выдают более тонкий лист за полумиллиметровый, поэтому мы вынуждены предупредить. Опасайтесь подделок. Только если в договоре указана толщина листа, это может быть гарантией соответствующего качества. Если у вас возникли сомнения, вы можете пригласить нашего специалиста и с помощью микрометра проверить толщину профнастила. Наш специалист выезжает на проверку профильного листа, даже если монтаж выполняла не компания «Мастеровид». Разница в стоимости профильных листов толщиной 0,4 и 0,5 мм на данный момент составляет примерно 10-15 тысяч рублей. Столбы – основа всего ограждения. От того, насколько правильно проведены все работы по установке столбов, зависит, насколько хорошо, ровно и долговечно будет стоять забор. Мы рекомендуем устанавливать столбы 60 на 60 мм. Это оптимальные размеры для столба. Бессмысленно делать опоры больше, это только сделает конструкцию более дорогой. Процесс установки выглядит так. Столбы нужно углубить на 1,2 метра, причем примерно половина этой глубины бурится, а затем столб вбивается кувалдой. Именно такой метод обеспечивает прочность конструкции. При вбивании слои почвы внутри столба и снаружи совпадают, а это значит, что при сезонных колебаниях почвы столб не поведет, не вытолкнет. Если забор устанавливается на торфяном грунте, мы рекомендуем больше углубить столбы – до 1,4 метра. Мы используем металл в столбах 2 мм толщиной. Если металл тоньше, то при забивании кувалдой он сплющивается и деформируется. Обязательно выясняйте этот момент при заказе забора. Это один из самых важных показателей. Многие компании используют металл 1,5 мм для столбов, что чревато повреждениями, поскольку такие столбы деформируются, а также разрушаются гораздо быстрее, чем из 2-миллиметрового металла. После того, как столбы установлены, к ним привариваются перекладины – лаги. Для забора небольшой высоты достаточно 2 лаги. К таким заборам относятся листы от 1,5 до 1,80 м высотой. А вот для 2-метрового забора 2 лаг будет недостаточно. Правильнее ставить 3. Такая конструкция будет жестче и надежнее. Это предотвратит отхождение листов друг от друга или другие деформации, которые могут быть вызваны погодными условиями или злоумышленниками. При креплении профнастила мы используем кровельные саморезы, что обеспечивает более плотное прилегание к лагам. Мы используем именно саморезы, а не клепки, потому что последние менее надежны. При любых воздействиях на забор, например, в снегопад или ветер, клепки срезаются самим листом. Саморезы более надежны в наших погодных условиях. В следующем ролике мы расскажем вам все об окрашивании конвейерной линии и организационных моментах при заказе забора. Также вы можете позвонить на наш многоканальный телефон, чтобы задать свой вопрос.